Ассаламу алейкум! Первый раз! Да, вам не послышалось, это действительно первый раз. Сегодня лето 2015 года, и прошло уже 5 лет с момента выхода первого урока. У нас накопился огромнейший потенциал и огромнейший опыт в преподавании лезгинки по видео. Поэтому мы хотим помочь новым ученикам легче и проще погрузиться в мир танца. И мы начинаем все сначала. Сегодня мы рассмотрим. Первое. Это основные правила. Второе. Ход лезгинки, шаг, точка, самый простой. Третье. Несколько позиций рук. Четвертое. Это переходы. И пятое. Я покажу вам самые распространенные ошибки. То, чего делать не стоит. Итак, пожалуйста, встали перед экраном. Ноги у нас вместе. Поставили. Руки в кулаках, на поясе. Основное, самое важное в лезгинке – это осанка. Живот максимально втянут в себя, плечи расправлены, лопатки сзади склеены, грудь вперед. Это не просто ровно, как мы можем идти по улице ровно, а ровнее ровного и грудь вперед. Мы должны быть орлами. Второе. Голова и взгляд мы должны всегда смотреть прямо и перед собой, когда танцуем. Допускается, когда мы будем изучать, если вам нужно смотреть на ноги, естественно, пожалуйста, вы можете смотреть на ноги. Четкость рук и четкость ног, соответственно, необходимо. Без четкости в лезгинке делать нечего. Итак, сейчас я покажу вам ход, шаг, точка. Вам нужно встать за мной, правую ногу поставить на полупалец, высокий полупалец, вот так. Руки на поясе. Это сейчас положение исходное, и отсюда мы будем начинать свой танец. Первое движение раз, мы поднимаем бедро и шагаем пока на месте. Правой ногой раз, левую ногу ставим на полупалец, два. Теперь левой ногой шагаем, три, и правую ногу на полупалец, четыре. Вот и весь ход. Повторим очень медленно со мной вместе. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Надо стоять максимально ровно, прыжки здесь не допускаются. Повторим еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Повторяйте столько раз, чтобы у вас движение шло все на автомате. Дальше. Сейчас я покажу, как нам нужно идти вперед, как нам нужно идти назад. Примерно все похожее. Дальше. Готовили правую ногу, и здесь она уже стоит не рядом с пальцами на месте, а немножко вперед, чтобы картина была опорная нога. Сейчас, получается, стоим на левой, здесь и правой выходит чуть вперед. И идем с правой ноги. Делаем шаг правой ногой. Раз. Когда мы сделали шаг, вес тела уже стоит на правой ноге. Левую ногу переносим на полупалец. Два. Левой ногой. Три, четыре, пять, шесть, семь. И сразу пойдем назад. А чтобы пойти назад, на восьмой такт нам нужно убрать правую ногу назад на полупалец. То есть, если мы вышли вперед, это было бы 8 там, но мы сейчас идем назад. И вот она 8. И идем теперь назад. Шаг будет первый, то же самое, что и вперед, но здесь нужно будет чуть-чуть к себе его поставить. Раз, полупалец, два. Теперь левой ногой, три, четыре. Правой ногой, пять, шесть, семь. И мы собираемся дальше идти вперед. И полупалец оставим впереди. 8. Еще раз посмотрите боком. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Я становлюсь к вам спиной, и мы повторяем вместе. Пять, шесть, исходный полупалец, семь, восемь. Вперед идем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, и сзади нога. 8. И с правой ноги. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И впереди. 8. Повторяйте столько раз, чтобы движение у вас было автоматически. Хоть 100 000 раз повторяйте. Идем дальше. Позиции рук. Исходная у нас, откуда мы начнем танцевать, позицию рук, да? Это будет вот здесь, руки на груди. И мы уходим сюда резко.
резко будет это все, во вторую руку, во вторую позицию. Руки максимально раскрыты, грудь колесом. Вот у нас должно быть. Мы должны быть орлы. Это вторая позиция. Дальше. Правую руку сгибаем в локте. Это третья позиция. Меняем руки одновременно, правую и левую. Это четвертая позиция. Руки у вас должны сходиться в плечах. То есть вы не должны так висеть, не должны так висеть. Смена рук должна быть четкая. Приготовились, руки на груди. И вторая позиция. И третья позиция. И четвертая позиция. Дальше. Это сейчас я менял руки максимально просто. Для эффектности движения у нас есть переход. Вот такой переход. Как это будет проходить? Сейчас к вам лицом сделаю один раз. И потом спиной вместе повторим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Повторим вместе со мной. Приготовились руки на груди. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И в третью. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И в четвертую. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь пока так оставим. Узнаете потом, почему. Идем дальше. Сейчас ход лезгинки, шаг, точка и позиция рук с переходами мы совместим. Наш рисунок будет следующим. Мы пойдем вперед, потом пойдем назад, потом пойдем направо, вернемся назад, пойдем налево и вернемся назад. Это делается для того, чтобы в танце вы могли, и можно точно так же танцевать, могли спокойно идти вправо-влево, назад, вперед. Дальше. Что хотел бы вам объяснить. В музыке у нас есть 8 щитов. В 8 щитах есть 16 тактов. Да? Мы сейчас будем танцевать, чтобы нам было проще, не по 8 щитов, а по 4. То есть можно танцевать и по 4, и по 8. Сейчас будет 4 счета. 4 счета – это 8 тактов. Не берите в голову сейчас, просто повторяйте за мной. Приготовились. Исходная вот у нас правая нога на полупальце. Мы поставили руки к груди и пошли. Сейчас идем вперед. Пошли. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Сзади оставили ногу. Идем назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И вот сейчас переход руками. Восемь. Идем вправо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Сзади ногу оставили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Переход. И влево. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Пока руки здесь так оставляем. Повторяйте очень много раз. Сейчас мы с вами вместе станцуем наш маленький рисунок. Медленно под музыку, в два раза медленнее музыки, это называется через такт. Музыка! Приготовились. Руки. Осанка. 7, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Переход вправо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Назад. Раз, два, переход влево. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Спасибо. Теперь станцуем в оригинальном темпе музыки. Приготовились. Музыка. Семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот так. Сейчас расскажу вам про основные ошибки, которые мы могли наблюдать за многие годы
преподавания. Начнем с ног. Когда мы делаем ход, шаг, точку, нам нужно держаться на одном уровне. Не нужно прыжков. То есть многие, кто начинают, выучили ход и начинают танцевать такие вещи. Эти прыжки недопустимы в лезгинке. Должен быть четкий корпус без каких-либо прыжков. Дальше. Движение шаг, точка, за ноги, если говорить. Нам нужно танцевать именно шаг, точка. Но ни в коем случае не так. Шаг, пружинка, шаг, пружинка. Ни в коем случае. Шаг, точка, и потом только шаг, точка. Дальше. Не нужно делать так, чтобы ноги бежали впереди вас. То есть вы уводили ноги куда-то туда. Я сказал в начале урока, что нужно вес давать сразу на ногу. Это обязательно. Вес, точка. Вес, точка. Это очень важно. Если идем дальше. Если говорить за осанку, нам надо стоять максимально ровно. Но многие очень старательные ученики слишком стараются и начинают корпус ставить назад, распространенная ошибка. Это тоже неправильно. Следите за собой в зеркало, чтобы у вас корпус был вот такой ровный. Но ни в коем случае не назад. Позицию рук не спешите ставить. Кто вот торопится, да, они еле как выучили ноги и сразу начинают руки. И у них начинаются вот такие руки, такие руки. Такие некрасиво. Старайтесь все доводить до должного 100% результата. До встречи в следующем выпуске.